Не так давно наша семья поклялась помогать слабым и защищать их. Это были славные времена. Но Мортана обозлилась. И теперь мы наваляем ей. Хотите увидеть немного пострелушек? Ева — главная сестра. Рози — сестра меткости. Ольга — сестра защиты. И Мэнди — медсестра. Святость еще никогда не была такой засранческой. Тысяча чертей в приход, тысяча чертей в расход, амортизация... Матерь Божья! 2 часа улетело, а годовой отчет сам не сведется. Тот он богохульствует. Шутить изволите, господин Сатана. А что за котятки у тебя на экране открыты? А это, господин Сатана, я не виноват. Оно само открылось. Хотела на порносайт зайти, а там бас и заблокировала. Требует 300 поклонов лбом на пробел напечатать. Врешь. И молодец, что врешь. Это я всегда поощряю. Скажи-ка мне лучше, почему у нас в этом году такая бешеная убыль скелетов образовалась? Это все проклятые монашки виноваты. Ой, сестры из агентства. Ну ты придумай, как на них подействовать. А то вурдалак Иваныч из цеха размножения не вылезает. Боюсь, потеряем старика такими темпами. Тьфу, принесла нелегкая. И задачу уж поставила. Не украсть, не посторожить, чтобы вот черти взяли. Предпочитаю чертовочек. Котятки? Мало кто к котяткам равнодушен. А уж добропорядочные монашки тем более. Вот и теперь я вам не покажу бывшую сестричку. Ох, попляшете. Осталось заманить их сюда. Ну, для этого нужен всего лишь один телефонный звоночек. Так мало стало. И по телеку посмотреть нечего. А методичка про братьев Винчестеров уже до дыр протерлась. А помните? Опять про своего белобрюсова неудачника будешь рассказывать. Хорош, гусь. Желание проиграл, ты был такой, пока ты там в спальне прихорашивалась. Ты еще наври, что он внешность поменял. Покрасился, по стрип-клубам зажигает. Если его брат сказал, что он умер, значит, так оно и есть. Ну-ну. Как бы то ни было, но я уже разместила объявление на сайте знакомств. Другой, жгучий, светловолосый красавец может позвонить мне в любой момент. Вы позвонили в службу выполнения мелких поручений. Если вы хотите сообщить про конец света, нажмите 1. Если...
да, я вас уже слушаю. Я вам про конец света звоню. Да, я поняла. Грядет конец всего сущего. Извините, но конец сущего — это вне нашей компетенции. У нас женский коллектив. И вообще-то у нас линия платная. Срочно, демоны во ворота 77. Конец света. Жду. Девочки, за работу! Ну что за дела? Почему не ломают мне весь кайф? Опять разрывы, разрывы! Алло, это черти из техподдержки? Позовите мне специалиста высшей категории. Что-что? Поврежден кабель? Да что вы говорите? Я долго ждала этот сладостный миг, когда моя ловушка захлопнется, и вы окажетесь в лапах самых дьявольских существ, использующих ваши слабости. Смотри, какая киса, киса, ку-ку, кись-кись-кись-кись-кись-кись. Постой! Простое оружие здесь бесполезно! Демоны, давай такого, чтоб не кусался. Патронов нет, наше оружие бесполезно. Заблудились, тут еще эти рыскают. Почтим нашу павшую сестру. Как вы думаете, оно ушло? Ну, это вряд ли. Держите ее! Кажется, тут наша работа закончена.